все должно быть сейчас нормально. Все заработало. Сейчас еду, кстати, по Ленинградке, проезжаю Волоколамский туннель. Это тот самый туннель, который постоянно перекрывают, закрывают, открывают. Вашу мать, пидоры, вы потратили просто наши бабки. Вы спиздили там, я не знаю, что вы там спиздили. Но это каждый год происходит. Каждый год какие-то проблемы с этим туннелем. Сука, мать ваша, ну как вы строили вообще? Давайте просто найти компанию, которая строила. Порвать им вообще жопы в клочья просто. Почему мы должны постоянно, ну люди, которые ездят каждый день по этой дороге, почему они должны мучиться в этих пробках, а? Ну и так камеры наставили, автобусную полосу сделали, еще взяли просто и просто закрыли нахуй туннель. Да, что нормально, Волоколамка, да там особо много людей не живет. Там область идет, там Павшинская пойма и идет, там мытищи все прут сюда. Ёпта, как это вообще можно было сделать? Как это можно было сделать? Это было понятно еще 2 года назад или 3, когда вы открыли это, что там проблема, что там вот такая вся дорога. Я уже давно про это хотел сказать, умолчал. Ну, господи, ну как это вообще можно так в наглую пиздить деньги, а? Ну как это можно? Я не понимаю, как это можно, сука. Ну это просто вот, ну реально просто вот мразь. Это, я не понимаю, как можно так делать. То есть, прикиньте, какая-то компания выигрывает тендер. Она должна выполнить свою задачу, она должна построить этот туннель, да? Я думаю, там вопрос миллиардов, я думаю, там не миллионы, там миллиарды. И вот они строят эту дорогу, и вся Москва мучается. Сотрудники ГИБДД сейчас должны там ночевать, охранять это, там, чтобы никто в этот туннель не проехал, там, не разбился. Вот по новостям мы слышим, раз перекрыли, два перекрыли. Они перекрыли на новогодние праздники, 10 дней ремонтировали, 10-го открывают, 11-го там опять проблема, опять 11-го закрывают. Сука, кто эти люди вообще? Жалко, я не принимаю решения. А, быстро там порядок навел. Ну, реально просто. Как, помните, фильм «Сволочи»? Закопать. Ваша обязанность, моя ответственность. Вот прям закопать. Ну, как можно так делать? Ну, просто насрать. А вот там женщина беременная какая-нибудь едет или еще что-то, попадает на этот лед. А то, что мы в том году на этот лед попадали, а то, что мы все лето ездили по этому туннелю, там вода была разлита. То есть люди, которые не в теме, я вам расскажу, вы заезжаете в туннель, а там просто едете, и в одной из полос может просто лужа быть огромная. Вы просто аквапланируете, получается. Это самый опасный, самый экстремальный туннель. Вот, блядь, поэтому у нас так в стране постоянно пиздец какой-то происходит. Потому что эти мудаки пиздят, другие мудаки прикрывают, третьи мудаки еще что-то делают. Ну реально просто, ну, блядь, как вы? Ну почему я вот это вижу? Почему другие люди это видят? Почему это не меняется? Я не понимаю. Почему? Неужели нельзя это все поменять? Неужели нужно какие-то супер жесткие действия сделать? Или с какой проблемой можно столкнуться? Я не понимаю, с какой проблемой можно столкнуться. Вот я сегодня или вчера слушал президента, он говорит, санкции, нам мешают, да, пакостят, но, у нас есть куча других проблем. Ну, да, видимо, есть куча других проблем. Но я не могу сказать, что санкции нам там мешают. Ну, жопа, что с долларом происходит. Но я понимаю, что это происходит там с нефтью. Я понимаю, что это во всем мире происходит, не только у нас. Но у нас куча других проблем, которые вообще не решаются. Ну, просто, ну, я не понимаю. Я клянусь, не понимаю. Я всегда отрицательно относился к людям, которые говорили, надо все бросать. Ой, что-то у нас пропало. Я всегда, да никуда не баллотируйтесь, иди нахуй. Я просто рассказываю жизнь, я рассказываю то, что я вижу. Сбил с мысли, сукин сын, блядь. Я всегда негативно, если честно, относился к людям, которые просто тут все продавали, бросали страну и говорили, все, идите нахуй, и уезжали. И уезжали жить в другую страну. Бля, ну вы предатели, что, вы бросили свое родное, вы бросили свою... То, что... Привет. Вы бросили то, что... То, где вы выросли, это ваша родная земля.
Но мне многие говорят, когда я это говорю, мне многие говорят: Давидыч, типа, а ты посмотри, что происходит, а как здесь можно жить, а как это вообще возможно? Блять, ну не знаю, ну как-нибудь. Ну что вы хотите сказать? Тут в стране мало вменяемых людей. Что вы хотите сказать? У нас есть жесткая, безумная коррупция. Есть, ну, в моем понимании, какая-то умеренная. Ну вы что хотите сказать? У нас вся страна, что ли, безумная какая-то? Да нет. У нас нормальные люди, у нас много нормальных людей. У нас куча порядочных людей. Неужели, блин, ну какие-то вещи ведь есть, которые нельзя переступать, а? Ну реально. Я понимаю, что никто не может платить зарплату сегодня сотрудникам там ГИБДД 200 тысяч рублей. Хотя я уверен, что если бы при курсе, например, 33, когда доллар был, если бы платили 200 тысяч рублей сотрудникам полиции зарплату, вот они работали бы вообще. Вот отвечаю, внизу бы был порядок прям вообще абсолютный. Хотя, с другой стороны, я так говорю, типа, про ГИБДД, а потом пожарные скажут, типа, а мы что, типа, мы хуже? А учителя скажут, а мы, типа, что, хуже? Мы тоже хотим, мы тоже будем круто учить и будем по-другому подходить к вопросу. И пожарные, и скорая помощь, да, придут доктора. У меня, кстати, вот доктор есть, Саня. Он вообще в шоке от того, что происходит в медицине. Он говорит, всему жопа. Ну, что-то все говорят, что всему жопа, ну, что жопа пока не наступает. В Украине тоже все говорят, дефолт, жопа. Че, где жопа? Люди живут, ничего. Может, как бы дальше все будет еще хуже у всех. И нет смысла моим возмущением. Надо просто на все забить, закрыть, блядь, свой рот и просто сидеть и молчать. Просто жрать, блядь, вот это говно, которое тебе дают. Просто уткнуться, блядь, в угол и сидеть, сука, жрать. Да? Так все хотят? Так нужно, да? Пиздец, обидно за страну, просто. Я вот ездил по всему бывшему СССР. Это просто такой монстр. Это такая огромная страна была. Это было что-то невероятное. Я проехал все. Я проехал Белоруссию, Украину. Я не представляю просто размеры этой страны. Как это все можно было проебать? Я вообще не понимаю. Как это вообще возможно было проебать? Ну ладно, все, ну вот, вот Россия, и что? И теперь с Россией будет то же самое? Я не верю. Или я не хочу в это верить. Я не хочу верить, что нашу страну разорвут. Я очень не хочу в это верить. А вы хотите? Жопа, блядь. Ну вот так вот поболтал я с вами. Хотел на какую-нибудь другую тему поболтать. Пришлось опять об этом говне говорить. Это говно нас окружает с утра до вечера. Жопа, конечно. Давайте о чем-нибудь хорошем поболтаем. По поводу пробега меня спрашивают, все, будет ли пробег в Америку. Не знаю, если мы с ним воевать, блядь, не начнем за это лето. А то я уже хуй его знает. Может быть, мы уже начнем с ними воевать. И уже будет неактуально туда ехать. Огромное количество людей просят, чтобы я блог снимал. Вы что, реально вам понравился блог, и вы хотите, чтобы мы продолжали почаще снимать блоги? Скажите, пожалуйста. Я хочу увидеть много «да», если это так, конечно. Все, понял, парни. Я понял. Окей, хорошо, будут вам блоги. Хорошо, услышал. Чечне привет. Только что пацаны хотели подарить номер на тень ААА95РУС. Я говорю, подарите. А мне говорят, а зачем тебе? У тебя же есть. Когда в Дубае тесты снимать? Дубай и Америка, мы думаем, мы с проживанием там вопрос не можем решить пока до конца, потому что нам реально, у нас съемочная группа, у нас куча оборудования, у нас будет 3-4 человека, и нам реально нужно где-то жить. Если мы будем жить в гостинице, у нас счет будет там 20 тысяч долларов плюс, ну вы понимаете, да? Поэтому я думаю, нам нужно, я еще не проработал этот вопрос, нам нужно однозначно проработать, продумать, где мы будем жить. Вот, а так, в принципе, готовы ехать. Сейчас я тут сниму 2 тест-драйва вертолета. Ну, кучу вещей тут должен отснять сейчас. И после того, как я их отсниму, соответственно, хлопнем в Дубае. Тупит связь, ребята пишут. Да, Ижевску привет. Как я отношусь к платным парковкам в Москве?
Да нормально отношусь, посмотрите, в центре хотя бы ездить стало, можно, стало возможно. Столько машин. Ну, прикиньте, вы руководитель Москвы, просто вот так, давайте переобуемся. Вы руководитель Москвы. Как, сука, в этом городе, блядь, навести порядок, если такое количество транспорта приезжает? И ничего, ничего этот транспорт не душит. Ни цена на бензин, ничего вообще, ничего. Вот что бы ни происходило, ничего не душит. А нужно же как-то, ну, порядок наводить, сами подумайте. Я, ну, в центре то, что сделали, правильно. Я думаю, если в спальных районах наведут порядок, будет тоже хорошо. Во дворах, блядь, не проехать. Посмотрите, что происходит. Ну, реально не проехать во дворах. В дворах должны машины стоять, я считаю, жильцов. А если там убрать левых машин, там кучу, мне кажется, будет... Короче, с этим надо работать. Это серьезный, тяжелый вопрос, его нужно прорабатывать. Вот что я думаю. В Москве до жопы пробок просто. В Москве еще больше проблема покупные права. Огромное количество водителей, которые просто тупо взяли и купили права. Вот им по кайфу, они просто взяли и купили. И все. Эти долбоебы бьются. Одни долбоебы зарабатывают на этом деньги. Дачи себе строят там. Детей на учебу отправляют. Машины покупают. Женам шубы покупают. Это я про ГИБДД говорю. А другие убивают друг друга на дорогах общего пользования. Че, вот и все. Так, что-то там вопрос, я профукал. Такое не только в Москве. Приезжай в Татарстан. Сколько машин разбил? Да нисколько. Не домой еду. Какое отношение к Платону? Слушайте, это глубокая тема. Те, кто понял, те, кто вкурил, вот вы мне многие пишете, типа, а что ты типа отделяешь коррумпированных сотрудников ГИБДД и своего любимого Путина? Вы слышали, что Путин вообще заявил? Он когда вернулся, там, видимо, с вопросов Сирии там, и атак, которые на нашу страну по внешним врагам перли, он вернулся к этому вопросу и начал... О, нифига, гайцы на встречке стоят. Ну, ладно. Он когда вернулся к этому вопросу, он что сказал? Он говорит, как вы сделали 3 налога на это направление? Один налог нужно было убрать, а типа другой налог нужно было ввести. А они взяли сразу 3. И Буча, и люди вышли на улицу, и грузовики выехали. Ну, как бы, что? Вот то же самое с ГИБДД, понимаете? Вы говорите, что вы думаете, что Владимир Владимирович этого не видит? Я уверен, что там кто-то видит, кто-то не видит. Но есть же структуры специальные, которые, в принципе, должны эти моменты контролировать, понимаете? В том числе и там ГИБДД. Я думаю, в том числе наблюдают, кто как решает, кто как делает. Получается, много людей замешано во всех этих геморроях. То, что Платон, конечно, вы поймите простую вещь. У нас чуть в стране сложность появилась какая-то, у нас сразу Платон, да, у нас сразу платные парковки, но, вы услышите, мы просто по определению не хотим ни за что платить. Вы понимаете? Мы реально так, мы реально не хотим ни за что платить. Вы заметили? Просто не хотим. Вот упираемся. И как только поднимается вопрос о том, что мы должны за что-то платить, все, у нас паника, у нас истерика. Хотя во всем мире, как бы, это нормально. Люди платят за парковку. И в Германии иди попробуй поставь машину как-нибудь бесплатно. Если не твоя земля, все равно нужно заплатить. Но это нормально. Это во всем мире, в цивилизованном, нормально. Нам как только говорят, что надо платить, все, у нас прям бомбить начинает. Мы сразу на улицу выходим. Что с тонировкой? Я считаю, тонировку должны разрешить. Абсолютно точно. Это идиотский закон. Я считаю, что... вы поймите, нам же никто не говорит почему-то, по какой-то причине, почему ввели тонировку. Для чего ее ввели? Кому она нужна? Вот у меня, например, автомобиль Infiniti есть. У меня на автомобиле Infiniti ехала две женщины, ехали за рулем. Значит, на Кутузовском.
Остановились, зашли кофе попить. У них дернули сумку на Кутузов, на Арбате, около гостиницы «Украина». Разбили стекло на «Инфинити», увидели, что две женщины едут. Ну и что, слава богу, что им кассетом бошки не поразбивали. Слава богу. Из-за чего? Из-за того, что тренировка. Потому что жулики видели, что там женщины беззащитные, можно работать. Все, вот они и работают. Ну и что? И кому нахуй этот нужен закон по тренировке? Кому? Кого, они бандитов стали больше ловить? Нет. Если стали больше, покажите на всю страну статистику, что вы поймали пиздец сколько бандитов именно из-за тренировки. И докажите нам, что это именно из-за тренировки происходит. Почему? Это уже никто не делает. Почему? Потому что это не так. Понимаете? Вот и все. Так, ну сейчас я больше внимания вам уделю. Остановлюсь. Так, ну что у нас? Салам из Бишкека. Да, бабы есть все, которые нормально ездят, абсолютно точно. День прошел нормально, не очень много дел сделал, но много полезного сделал, много договоренностей хороших сделал. В Америку в ЛА надо ехать. Нужно прилететь в Манхэттен, а оттуда на машине поехать через всю Америку. Да, бабы могут ездить, но их мало. Почему закончилась РВ-10, РС-6-7-5? А потому что кризис ёбнул в 2008 году, и все. Обратите внимание, как только кризис ёбнул, все. Все начали насасывать, и ни у кого денег нету. Они перестали вкладывать гоночные технологии, они перестали делать какие-то супер там технологичные вещи. Каких-то рывков там особых я не вижу. Привет, Сталин, привет, Таллину. Нет, Олег пока не в команде. Олег бухает, материала от него нет. А какие идеи на будущее? Куда едешь? Как насчет светить тему по возврату некачественного автодилера? Мы должны были дилерами заниматься, этот сука Коваленко со своими препонами, со своими блатными бандитами за Южный округ, когда начал эту всю историю. Мы должны были вот сейчас дилерами заниматься вместо Коваленко. Ну, теперь занимаемся Коваленко. Сейчас Коваленко закончим, возьмемся за дилера. Ты против покупки новых тачек? Не понял. Так, привет из Вологды. Сегодня менты тормознули. При какой температуре? Ну, блядь, не успеваю. Вы столько пишете. Как бороться с инкассаторами, которые ездят по пешеходной зоне? Ёпта. Я не могу вам сказать, потому что это будет расцениваться как плохая вещь. Нет, новую Ешку не видел, но она такая же в стиле, как и Цешка, как и 222. Они одну стилистику берут. Я думаю, не знаете, как, по какому фону идут. Я вот сидел, короче, думал. Я думаю, а как они вот должны делать? Ну, то есть они поделили, да, типа вот сейчас Ешка выходит, сейчас там новая А6 выходит, потом там пятерка BMW новая выходит. То есть они поделили эту зону и постепенно как бы делят. То есть у них есть четкий план, когда будет выходить новый S-класс, когда будет выходить новая семерка. Вот сейчас вот там мы ждем новую Audi. То есть все по порядку идет. Но я так понял, что там вопрос не только стоит в том, какая модель. Я думаю, что там все достаточно глубже. Они говорят, так, у Мерседеса будут такие фары, у BMW будут круглые фары, там, у Audi будут такие фары. Потом на следующий год там, или там, на следующий там, стиль, на следующие модели они меняют это дело, да? Я думаю, как-то так. Я думаю, так идет. Поэтому вот сейчас BMW взяли там свой стиль, Mercedes взяли свой стиль. Ну, сейчас они отдубасят, потом дальше по-новому опять будут делать. Rolls себе не возьму. Хотел взять, очень прям горел им. Не буду брать, мне кажется. Не готов, слишком дорого. Слишком это дорого. Воскресенский не был в хелипорте. Audi A8. Я хочу S8 взять, я тогда очень мало на ней покатался. Я хочу S8 взять, нормально покататься недельку, понять, что это такое. И если получится, возьму себе S8+. Но мне у Audi S8+, не нравится, как она выглядит. Как блядь. Компания Audi на самом деле до конца не понимает, что она на российском рынке, да и в принципе в мировом, она насасывает, ну реально.
Посмотрите, сколько М-ок, посмотрите, сколько АМГ. Покажите мне с такое же количество РС-ок, РС-6, РС-5, там, РС-7, РС-8, покажите. Да я этих машин вообще не вижу на улице, это редкость большая. Вот, они не понимают, что они насасывают по продажам. Почему? Потому что никто тему не раскрыл. Никто, посмотрите, вот все, кто купили эти РС-6, РС-8, кто показал, как эта машина разваливается, не разваливается, что можно с ней делать, как она там ведется и так далее. Никто, нормального блога нигде, никакой информации нормальной нет про эту машину. Крузер новый, да, он такой же, как и старый, и Lexus, в принципе, все то же самое, они пластик поменяли, электрику какую-то поменяли, а так, в принципе, все то же самое. Давайте я новую создам.